Бюджет Рязани на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сохранит социальную направленность. 77% финансов будут выделены на выполнение социальных обязательств. Проект документа утвердили на заседании городской думы. Согласно ему, доход составит 9,6 миллиардов рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2020 году планируются в объеме 4,8 миллиарда рублей. В том числе дотация 148,7 миллиона рублей. Это цифра на уровне 2019 года. Субвенция на исполнение переданных государственных полномочий 4,8 миллиарда рублей или на 329,1 миллиона больше. Также 8 миллионов составили добровольные пожертвования от организации города. Эти средства пойдут на ремонт концертного зала и замену кресел в МКЦ, а также ремонт лестницы Дворца детского творчества. Помимо этого, планируется привлечение федеральных средств, которые пока не учтены в документе. Расходная часть, согласно документу, составит 10 миллиардов рублей. Конечно же, у нас с вами затронуты различные отрасли нашего города. Это и благоустройство общественных и дворовых территорий, это и социальная сфера. Это и транспортные сообщения. И все эти наши с вами пожелания жителей разделены на 6 этапов нашей работы. В частности, в Московском районе будут отремонтированы 6 дорог. Это улицы Дачная, Забайкальская, Мервинская, Прижелезнодорожная, Коняева и Народный бульвар. Также полностью отремонтируют улицу Высоковольтную. 1 миллион рублей предусмотрен на организацию мусорных площадок в частных секторах. На капитальное строительство будет выделено более 33 миллионов рублей, в том числе на финансирование кладбища Богородицы, проектных работ на строительство пристроек к детским дошкольным учреждениям и строительство детских садов на улицах Вторая линия, Полевая и в районе торгового дома «Барс». Проектно-изыскательных работ на строительство пристроек к детским садам, новой школы на 110 мест и завершение работ в микрорайоне Гороща. Также напомним, что перед принятием бюджета города прошли публичные слушания, на которых рязанцы могли высказать свои пожелания. Они нашли отражение в поправках к документу. В процессе бюджета уже предусмотрены средства на реализацию 18 предложений. И мы это обсуждали с администрацией города Рязани. Возможность выполнения работ по 79 предложениям будет рассмотрена в ходе исполнения бюджета. Стоит отметить, что дефицит бюджета составит более 430 миллионов рублей. Это 9% от собственных доходов бюджета. Сократить его планируют за счет взыскания задолженностей, продажи земельных участков и оптимизации бюджетной сети. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».